Есть одна замечательная мысль. Сильный ищет Бога, а слабый ищет виноватых. Поэтому христианство и православие, оно для сильных людей. И самое, наверное, главное в жизни найти Бога. Но надо его искать, как в одном стихотворении. Ищите Бога, ищите слезно, ищите люди, пока не поздно. И будет радость превыше неба, но так ищите, как нищий хлеба. Дай Бог, чтобы мы все нашли самое главное в жизни. Это Бога.